пошла воровать нашу пшеницу. Вон она, видите, в мышеловке лежит. Ну, через это, там есть дырочка, сеновала. Они приходят жрать сюда, моются. Вон отрава стоит, видите, отрава. Ну, отрава не так себе. А сыр, сыр, это же сыр. Вот она пришла. И вот, она думала, что для нее будет бесплатный сыр. Сейчас я покажу. И я на руки бандит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Жалко мышку. Ну, а что делать? Сыр. Мышку. Бесплатный сыр, господа, только в мышеловке. Это точно. Вот еще одно подтверждение. Да. И вот так вот ее раз. Все, она пойдет на сухом или филином. Вот это ждет каждого воришку чиновника, да? Ну как-то так, я не знаю. Вот и опять заряжаем свой инструмент. Так сказать, вот. О, все. Новое угощение для мыши. Мышеловка от Зубкова. Да. Ну, жирная была, сволочь. Видимо, она тут хорошо попослась. Так. Сейчас я пройду, мне еще парочка там стоит. Тут вот нет, такая нет, мыша. Нет, там все в порядке. Нет, мышки нет. Тут нету, тут нету, тут нету. И тут нету. Все, везде остальные сыр стоит. 15 мышеловок только в одном этом помещении стоит. Одна дура только попалась. Остальные. А потому что я их уже выбил всех. Осталось уже тут с улицы, которые дурочки заходят и думают, что им тут все на кару. А это кто съест? А это съедят на сухи с удовольствием или филины. Они обожают. А вот тут сыр, но до него не добраться, видите. Туда не добраться, до сыра. А не взлететь. А свет нет. А, подлетит.